Добрый вечер. Время новостей. Вы смотрите «Заман». Заместители председателя Меджлиса Наримана Джаляла и Ильми Умерова снова вызывают на допрос в Следственный комитет России в Крыму. Также следователи хотят допросить руководителя Центральной избирательной комиссии Курултая Заира Смедляева. Официальная версия – для беседы по нововыявленным обстоятельствам дела 26 февраля 2014 года. Тогда в Симферополе прошли митинги у здания Верховной Рады Крыма в поддержку территориальной целостности Украины. Российские власти видят в них массовые беспорядки. Допросы лидеров Меджлиса назначены на 1 августа, день, когда в Анкаре начнется Всемирный конгресс крымских татар. Подробности в сюжете. Для председателя Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа Заира Смедляева и двух членов Меджлиса Ильми Умерова и Наримана Джаляла повестка на допрос перед 2-м Всемирным конгрессом крымских татар, работа которого начнется в первых числах августа в Анкаре, не стала неожиданностью. Еще вчера, когда я узнал, что помимо меня на допрос сегодня вызвали Ильми Умерова, Заира Смедляева, то есть тех людей, которые, ну, на мой взгляд, наиболее активно информируют всех о происходящем здесь в Крыму, мы сразу, как бы даже не сговариваясь, поняли, что и ожидали, что, скорее всего, будут предприняты некоторые действия, которые воспрепятствуют нам покинуть Крым для участия в конгрессе. Однако, как и ожидалось, немножко говорили мы об этих событиях. И основная задача была это таким образом не дать возможность участвовать в работе Всемирного конгресса крымских татар, который будет проходить в городе Анкаре. Если Наримана Джаляла и Заира Смедляева допрашивали по вновь открывшимся обстоятельствам по делу 26 февраля 2014 года, то разговор об этом с Ильми Умеровым отложили на завтра, 29 июля. Сегодня же в Следственном комитете его расспрашивали о бытовом происшествии в селе Новопаловка, относящемся к тому времени, когда он был главой Бахчисарайской райгосадминистрации. Не исключено, что Умерова вызовут на допросы 30 июля. Я считаю, что это все направлено на то, чтобы представители Меджлиса не смогли попасть на конгресс. Завтра, может, еще что-то придумают, например, подписку о невыезде, или через несколько дней снова вызовут на допрос. А по закону я обязан появиться. Не отличились оригинальностью намерения следователей в отношении Наримана Джаляла и Заира Смедляева. Им уже сегодня вручили повестки на очередной допрос на 1 августа. Как раз в первый день открытия 2-го Всемирного конгресса крымских татар в Анкаре. Эльмаз Ибрамова, Нариман Меджитов, Заман, АТР. Первый заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз останется под стражей до 19 ноября. Сегодня Киевский районный суд Симферополя продлил ему арест. Чийгоз находится под стражей уже полгода. Ахтему Чийгозу продлили арест до 19 ноября. Такое решение сегодня принял Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следователя. Никаких аргументированных доводов следователя, который, собственно, ходатайствовал о продлении, мы не услышали, как и на прошлом суде. Опять-таки, это некие незавершенные там действия и так далее, и так далее. При этом адвокат отметил, например, что судмедэкспертиза по закону проводится всего лишь в течение месяца, а уже прошло 11 месяцев с митинга до начала до ареста Ахтема Чийгоза, уже полгода завтра, как Ахтем Чийгоз находится под стражей. Сам Ахтем Чийгоз присутствовал на заседании, ему дали слово. У меня здесь семья, здесь родители. Старые, напомню, отцу 78 лет, матери 74 года. И мы вернулись на родину не для того, чтобы потом снова по чуждению мотаться. Поэтому никаких желаний у меня покидать родину нет. Может, это и повлияло принятие вами решения и меня изолировало. Меня не просто арестовали, меня изолировало. Поддержать Ахтема Чийгоза собрался полный зал. Навещать его разрешают только 2 раза в месяц – жене и детям. Выглядит, конечно, бледный. Давно мы его не видели. Так сказать, жаловался, что с утра даже не покормили, очень долго держали перед судом.
ну, не знаю, конечно, больше не знаю, что сказать. Бледный. Настроение. Настроение приподнято. Ахтемчик Гос был задержан 29 января этого года по так называемому делу 26 февраля, когда у стен крымского парламента проходил массовый митинг с участием крымских татар, сторонников русского единства и самообороны. Зампреду Меджлиса инкриминируют организацию участия в массовых беспорядках. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Элиф Абдулла, Нариман Меджитов, Заман Атаяр. Конституционный суд начал рассматривать поправки к Конституции. Первое заседание прошло в форме письменных слушаний. Напомним, две недели назад Верховная Рада проголосовала за внесение изменений в основной закон в части децентрализации. Тогда же президент Петр Порошенко попросил предоставить крымско-татарскому народу национальную автономию в Крыму и закрепить этот статус в Конституции. Но реально ли внести эти изменения уже сейчас, узнавали наши корреспонденты. На подальших этапах своей работы я прошу Конституционную комиссию дослухатись до лидеров крымско-татарского народа и передбачити, что автономная республика Крым, как невідємна складова частина Украины, є національно-територіальним утворенням, через яке кримсько-татарський народ реализует свое право на самовизначення. Внести эти поправки в Конституцию сейчас практически нереально, говорит депутат Однородного фронта Георгий Логвинский. По его мнению, для начала надо принять закон о крымско-татарском народе. Также Верховная Рада должна поддержать декларацию о малочисленных народах. Мне трудно пояснить, что имел в виду господин Порошенко, говоря об национальной автономии, после того, как был уже подан законопроект об изменении Конституции, о децентрализации, где именно и должно быть это отражено. Поэтому мне кажется, что здесь больше какой-то информационный повод привлечения внимания, чем реальное действие. На реальные действия нужно время, говорит вице-спикер парламента Оксана Сыроид. Предложенные президентом изменения по статусу крымских татар, она и ее фракция поддержать готовы. Проблема кримських татар і їхнього відображення їхнього статусу у Конституції, вона є, вона залишилася поза увагою через те, що пріоритети політичні, на жаль, були зовсім інші. То якраз треба було говорити про особливий статус кримських татар, а не особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Це те середовище, яке потребує особливого статусу. Це все середовище, це ті люди, які потребують особливого захисту сьогодні. Член Конституційної комісії Рифат Чубаров розповідає, зараз вместе з юристами готовять свої пропозиції. Документ буде готов уже в сентябрі. Ми намагатимося вписати ці норми таким чином, щоб перше, щоб кримські татари, як корінний народ, вони затвердилися в тому, що Україна дійсно рахуються з їх правом і дійсно правовий статус Криму буде змінений після деокупації Криму. Чому змінення по Криму не могли внести в этот раз, ми попросили прокоментувати депутатів всіх фракцій парламенту. В прес-службі опозиційного блоку нам відповіли, що зараз їх депутати працюють в округах, тому у них немає можливості з нами спілкуватися. Другі – на канікулах за пределами Києва. Юристи ж говорять, щоб учесть пропозиції президента о статусі кримських татар, треба знову збирати Конституційну комісію, утвердити змінення і знову йти в Конституційний суд. А це в кращому випадку може затягнутися до весни наступного року. Наталья Калинка, Олег Козыкин, Заман, АТР. В Ялте 300 предпринимателей пикетировали здание городской администрации. Это торговцы местного вещевого рынка. Они выступают против реконструкции торговых площадей. Сотрудники рынка боятся потерять рабочие места, поскольку считают, что реконструкция – это лишь прикрытие. Организаторы митинга устроили символические похороны предпринимательства. У администрации установили траурные венки и бархатный гроб с надписью «Предприниматель Ялты 1991 Украина, 2015 Большая Россия». Нас поставили перед фактом. И все. А то, что каждый день мы находимся в страхе и постоянной тревоге, что наши семьи останутся без средств к существованию, никого не волнует. Если предприниматели пойдут по миру, или мы пойдем с протянутой рукой, прежде чем убирать предпринимателей, администрация нашей Ялты должна хорошо подумать о том, над тем, чем будут содержать пенсионеров и что они будут кушать не только предприниматели, но и все остальные наши престарелые люди, которым мы постоянно оказываем
помощь. После принятия Крыма в состав Российской Федерации мы все ожидали правовой защиты для предпринимателей. Но, увы, ничего не изменилось. Поборы с предпринимателем по сомнительным схемам набирают новые обороты. А со следующей недели в столице Крыма будут выключать свет. Симферопольская мэрия ссылается на плановый ремонт электрооборудования. В частности, электроснабжение будут отключать с 8 утра до 5 вечера. Крымэнерго рекомендует отключать электроприборы от сети на период проведения работ, во избежание их повреждения. Предполагается, что Симферополь частично обесточат с 3 по 18 августа. Крыму не вернут историческую топонимику, в частности, крымско-татарские названия городов и поселков. Представители российской администрации в Крыму обещают установить 150 знаков с историческими названиями. Ранее ряд украинских экспертов заявляли, что принятие в Украине закона о декоммунизации позволяет вернуть историческую топонимику на полуострове. Однако историки уверены, возвращение топонимики Крыма в современных реалиях невозможно. Ну, в первую очередь, крымско-татарская культура, она уникальна, да, и особенно она проявляется в топонимии Крыма. А, естественно, сегодня сложились так обстоятельства, что вернуть старые названия, крымско-татарские названия, которые отражают эту культуру, да, нашего народа, невозможно и нереально. Сегодня заявляют о том, что там будут ставить таблички с крымско-татарскими названиями, но не знаю, насколько это вообще эффективно, потому что просто добавить таблички с крымско-татарскими названиями сел и городов Крыма и заявлять о том, что это великое дело, ну, это несерьезно. А вот, конечно же, старые географические крымско-татарские названия, топонимы, а вместе с тем и аронимы, и гидронимы, они обязательно вернутся, да, историческая справедливость, она непременно восторжествует. Но на это нужно время. Цены в Крыму за последние полгода растут в 2 раза быстрее, чем в среднем по России. На полуострове за последние 6 месяцев продукты подорожали на 22%. Об этом сообщает статистическое ведомство российской администрации в Крыму. В России за полгода продукты подорожали на 11%. Государственная служба статистики Украины заявляет об общем снижении цен на продукты в июне на 0,2%. Представитель мониторинговой миссии ОБСЕ получил ранение в результате обстрела поселка Широкино под Мариуполем. Об этом говорится в отчете миссии. Боевики продолжают обстреливать Авдеевку и Мариинку. За прошедшие сутки силы противника совершили 82 обстрела сил АТО и 5 мирных населенных пунктов. Украинские военные держат оборону, сообщает пресс-центр АТО. Противник 12 разів застосовував 152 та 122-мм артилерію, 26 разів міномети, тричі гради, 6 разів танки. З 18 по 24 години відбулося понад 30 обстрілів. З 21.30 до 1 ночі 28 липня бойовики вели обстріл зі 122-мм артилерії, мінометів та стрілецької зброї по позиціях сил АТО поблизу населеного пункту Станиці Луганська. В Турции на границе с Ираном взорвали газопровод. Поставки газа временно прекратили. Об этом сообщает издание Anadolu Agency. Турецкая авиация продолжает атаковать позиции ИГИЛ в Сирии и курдов на севере Ирака. Об этом сообщает Евроньюз. Некоторые эксперты считают, что Соединенные Штаты близки к соглашению с Турцией, которое предусматривает создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы. Согласно положениям плана, Турция и США при участии отрядов сирийской оппозиции должны оттеснить боевиков ИГИЛ из приграничных районов и обеспечить буферную зону протяженностью более 100 километров в провинции Алеппо. Наша цель – усилить позиции сирийских повстанцев в борьбе против группировки «Исламское государство», а также некоторых отрядов свободной сирийской армии, способствовать тому, чтобы они могли взять контроль над территориями, освобожденными от ИГИЛ, а также предоставить им защиту с воздуха. Без поддержки с воздуха они не смогли бы взять контроль над этими территориями. 25 лет исполнилось в этом году первой независимой крымско-татарской газете «Авдет». О том, что изменилось за эти годы и в каких условиях сейчас работает коллектив газеты, далее в сюжете. Первый выпуск газеты «Авдет» вышел 15 июля 1990 года. Для крымско-татарского народа это было знаменательное событие. Выход в свет первой независимой газеты, совпавший с началом массового возвращения нашего народа в Крым.
особенно с таким названием «Авдет», что в переводе с крымско-татарского означает «возвращение». Его для нового издания предложил сам Мустафа Джемилев. В то время газета информировала в основном о многочисленных митингах протеста, строительстве самостроев, проблемах социально-экономического обустройства народа. Не избегала она и острых политических тем, которыми был богат Крым начала 90-х годов прошлого века. Менялось время, а вместе с ним и Авдет, отдавая все больше места аналитике и культуре. Со дня своего основания газета несколько раз меняла свой адрес. Все последние годы ее редакция размещалась в здании фонда «Крым», по соседству с Меджлисом. Но в 2014 году по решению местной власти и судов вынуждена была покинуть здание. На сегодняшний день своего офиса газета не имеет, но, несмотря на это, она продолжает работать. За свои 25 лет существования газета всегда находилась в состоянии борьбы. И в 90-е, и в 2000-е годы мы чувствовали трудности, но всегда были к ним готовы. Несмотря на то, что некоторые личности, партии, структуры власти были против нас, мы не сдавались. Газету «Авдет» обвинили в публикации экстремистских материалов. Она, как и многие другие крымско-татарские СМИ в Крыму, не получила разрешительные документы от Роскомнадзора, аккредитацию, и была вынуждена сознательно сократить свой тираж, чтобы иметь возможность публиковаться в интернете. Сейчас произошли изменения не только для газеты, но и в целом для нашего народа. Но это переходящее испытание. Это испытание по воле Аллаха мы вместе переживем, и тяжелое время для нашего народа пройдет. Эльмира Аджиумерова, Сервер Асанов, Заман, АТР. Дорого, грязно и некачественно. Так отзываются российские туристы об отдыхе в Крыму. В частности, в курортном поселке Николаевка на западном побережье полуострова отдыхающие жалуются, цены необоснованно завышены. Об этом сообщают Крым Реалии. Цены бешеные. Как с ума сошли. 1200 рублей машина 20 километров везет. Таких цен нету в Норильске, нету в России нигде, в Сочи нет таких цен. На этом пока все. Хорошего вечера и будьте с нами.